Всем привет! С вами Ольга Чернова. Только я наметила высаживать на выходных в тоннеле свои томаты. Вот это место грядки хотела делать. Природа опять подкинула нам подарочек. Вернулась зима, полностью сплошной покров снега. Минус 3. Кыса, замолчи. Холод ужасный. Если раньше было холодно только ночью, то сейчас вот утро, теперь холодно и днем. Не знаю, когда мы нынче будем высаживать, что растения в теплицах пищат и на подоконниках. Все переросло у нас. Мало того, что снег выпал, еще и земля снова подмерзла. Но стоит сойки минус, и минус 2 ночью, и минус 2 днем. И у нас сегодня 20 апреля, пятница. Вот такой великолепный зимний пейзаж. Если сделать фото и показать кому-нибудь, никто даже не подумает, что это конец апреля. Вот у нас зима. Кошка в шоке. Все, до свидания. Не знаю, когда мы нынче будем что-то садить. Это вообще ужас. Нет возможности ни убраться в огороде, ни приготовить грядки, ничего. Я в шоке от такой погоды. До свидания. Желаю, чтобы у вас погода была лучше, чем...